И в завершении выпуска состоялся полуфинал открытого фестиваля эстрадной песни «Приди и пой». Ежегодный фестиваль вот уже 12-й раз собирает участников со всего городского округа Люберцы. О том, как прошел концерт в этом году, узнаете из нашего сюжета. Анжелика Абрамова не занимается музыкой профессионально. Она студентка медицинского колледжа и связывать дальнейшую жизнь со сценой не собирается. Но участие в фестивале для нее много значит. По ее словам, это удовольствие для души. Просто мне нравилось петь всегда, поэтому я пела, я кайфовала, наверное, от этого. Мне было приятно слушать свой голос и чувствовать эмоции тех людей, которые меня слышат, как я пою. Это было приятно, в общем. Фестиваль эстрадной песни «Приди и пой» собрал около 120 участников, объединив людей разных возрастов, профессий и музыкальных предпочтений. Кроме традиционных номинаций, песен современных композиторов, зарубежной шляги, ретро, народные песни, появилась и новая «Как прекрасен этот мир». Она посвящена году экологии. Среди конкурсантов как профессионалы, так и любители. Но от этого любовь к музыке не меньше, а решение членов жюри не легче. Хочется всегда взять побольше, но так как все-таки какие-то есть определенные рамки, ну, наверное, может быть, человек 40. Все участники нашего фестиваля либо поступают в какие-то учебные заведения, либо просто песня становится их, не знаю, любовью на всю их жизнь. И, конечно же, они участвуют в различных мероприятиях нашего района. Финал фестиваля эстрадной песни «Приди и пой» пройдет 15 мая. Масштабное мероприятие планирует собрать много зрителей и выступят на нем самые лучшие, по мнению судей, участники. Среди членов жюри ожидают увидеть и известного композитора Александра Шаганова. Алина Сиразетдинова, Кристина Мнасарян, Никита Скороган, телеканал ЛРТ.